А как бы уральские пельмени обыгрывали бы название Last of Us? Теперь надо найти... Я знаю как. Здравствуйте, я ваша Last of Us-овна. Ну вот как-нибудь, я думаю, так было бы обыграно это название в выпуске. Или Last of Class. Или да, один из квас. Один из квас. Марлин так считает. Я любила удрать. Я училась в английской школе интернете. Любила удрать. А! Да. Побродить по городу. Да хватит уже, пи***ть! Идем, куда нам надо идти? Все, извините, эмоции, просто эмоции. Короче, там оказался один такой, как вы говорите, бегун. Он меня укусил. Блять, девчонки, у нас уральские пельмени, там выпуск новый вышел. Давайте это, идем уже. Марлин видела, как тебя укусили? К Марлин я обратилась потом. Странно, что она тебя не пристрелила. Она хотела. Как она там? За нее можешь не волноваться. Так. О! Одна пуля есть, это хорошо. Ништяки, ништяки. Девчонки, все ищем. Так, вот здесь, мне кажется, какая-то ебака будет. Или нет? Не, вроде пока спокойно все идет. Ну. Простите, я случайно. Даш. Извините. Кулон Кайпера. Блять, как долго. А чё он так идет странно? Пиздец. Не, ну вот в такой хуйне мне вообще не нужно кинцо игровое. Блин, а чё вот меч не взять и с мечом ходить, с шашкой? Вот это, кстати, стилёк бы был бы. Мне кажется, рабочая штука в зомби-апокалипсис. Но учитывая, что это раритетные мечи, наверное, они развалятся с одного удара. Сейчас пригнитесь. Ну, пошли, пошли! Это очень плохой момент сейчас. Мне не дали понажимать быстро кнопочку самому. Я жив. Я обойду завал. Опять они! Тесс? Бегом! Бегом! Так, дальше, то есть, мне не пройти, да? Нет, пройти. Понял. Тесс. Пророк Сенбай. Ага. Так. А у меня есть заточка хотя бы одна? Нету. Юзернейм с Рублин Китович, приятной игры, а людям сюда приятного просмотра пельменей. Блин, у меня заточек нету, реально. Ну похуй, импровизируем, блин. Давай, давай, давай. Так, ну мне сказали, что вот этот кирпич, это та же самая заточка. Так. Пиздец, ваншотает. Закрывай, закрывай видео, иди нахуй. Ютуб 671. Нет, я, конечно, понимаю, я не самый приятный парень, но чтоб вообще никто. Я не понял вообще. Yeah.
Да, блядь! А, то есть кулаков, их ебашить можно? Но это вообще все меняет. Я был уверен, что этого делать нельзя. А они и кулаками нормально ебашатся. Тю, так вообще, чего сложного? Ютубу привет не сказал Никита, в этом и мем от донатера. В смысле не сказал? Я сказал сразу, как только начал запись. Всем привет, коллег с Ютуба, привет всем коллег с Твича. Ну, вроде, да не, я сказал. Вы чё? Приветствую всем коллег с Ютуба, приветствую всех коллег с Твича. Jesus Christ. Бля, изоленты нету. Бля, идеальное место, чтобы игра типа решила хуйнуть час врагов. Типа ты идешь туда, а они сзади появляются внезапно. В Резиденте, кстати, мне кажется, так бы и сделали. Да, блядь. Да подождите вы. Ебать, там гачи происходят. Нормально. Эй, идите сюда, Элли. Ё-моё. Ох ты ж, бля. Я не потрачу пули! Пиздец, блядь, надо было потратить пули. О, ваншот. Слушайте, а у меня есть тактика. Все, я буду ее придерживаться. Все. По одному всех выманили, всех отпиздил зомби. Джоэл. Черт, еле отбились. Голыми руками. Так. А я не знал, что так можно делать. Круто. Блять! Ебать! Ну-ка. А вот... Не, жалко, нельзя. Подожди. Бля, а кирпичом можно даже... А, кирпичом вот так вот пиздиться можно. Это стиль. Все, я теперь понял, когда вы говорили, что как бы кирпич та же самая заточка. На, нахуй! Нахуй эту, блядь, стекло! Ой, утро. Утро я люблю, утро самое балдежное. Ой-ой-ой. Не, ну это... Красота. Наконец-то, нам туда. Куда? Ага, понял. Да!
Так, ну как я понимаю, нам сюда залезть нужно или что? Или что? Куда нам идти-то? Ну, поднялись мы. От меня что-то ждут или что? А, понял. Отойди. Головоломка, да. Но как бы мы решили эту сложнейшую головоломку? Ну вот. Только иди осторожнее, она немного... Мы что, прямо сейчас увидели первые признаки эмпатии? Ну как, не разочарована? Еще не знаю. Но вид... Вид зашибенный. Идем туда. Эй, соберись. Почти пришли. Не зевай. Есть, мэм. Он прямо за поворотом. Марш! Ладно, не отставай. Так. Но мне кажется, сейчас нам уже не зомби, а люди будут встречаться. Приказы патрулировать район встречи перед доставкой девочки в очередной укрытие, убедиться в отсутствии военных, приписка от руки, проследить, чтобы девочка была накормлена и здоровой, безопасность крайне важна для всех нас. Смотри-ка. У него на руке символ цикад. А что, если мы придем, а их всех убили? Всех не убьют. Но откуда ты знаешь? Просто знаю. Слушай, не волнуйся. Ладно. Вот увидишь. Перелезаем. Так. Ой-ой-ой. Финишная прямая. Не-не. Хотя, блядь, современные игры, они, в принципе, могли бы кончиться на этом. Resident 3 примерно столько по времени и проходится. По итогу, как оказалось. Предупреждаю сразу, я не умею плавать. Кажется, тут справа не глубоко. Иди за мной. Хорошо, что Марлин выбрала вас. Это к чему? Я знаю, что вам за это заплатят. Ну вы хороши. Но... Я пытаюсь сказать спасибо. Да не за что. Мы эмпаты, блин. Чё, ничего полутать нельзя? Нет! Что теперь будет? Что ты делаешь, Тесс? Господи, карта, может быть, у них была карта или хоть подсказка, куда идти. Слушай, хватит, ну сколько можно? Сколько нужно? Где их лаборатория? Она не говорила. Кажется, это где-то на западе. Что мы здесь потеряли? Это не наше дело. А что ты знаешь о нас? Опа. Обо мне. Знаю, что ты умнее вот этих. Ее цапнули, да? Знаешь что, Джоэл, мы с тобой очень дерьмовые людишки. Мы с тобой выживаем. Это наш шанс. Все кончено, Тесс. Мы попытались. Драма. Нам пора домой. Нет. Я никуда не пойду. Я уже пришла. Ну почему? Везение не может длиться вечно. Да что ты несешь? Не трожь! Не трогай меня. Вот черт.
Она заразилась. Джоэл. Покажи мне. Не надо, Джоэл. Покажи мне. Господи. Весело, правда? Дай сюда руку. Тебе весело, а мне нет. Посмотри. Меня укусили час назад, ее 3 недели. И ей хоть бы что, Джоэл! Ты должен отвезти девочку к Томми. Он знает этих людей, знает, куда идти. Нет, 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 это твоя затея. Я здесь ни при чем. Нет, послушай меня. Послушай, я знаю, ты не откажешься выполнить мою последнюю просьбу. Ты отведешь ее к Томми. Черт. Стереть слыха! Это они. Твою мать. Я задержу их, но вам надо бежать. Что? Предлагаешь тебя бросить? Да. Я не оставлю тебя. Я не хочу превращаться в чудовище. Ну иди. Пожалей же ты меня. Я не могу. Нет, уходи! Блин. Пошел вон. Элли. Прости, я. Мне очень жаль. Пойдем. Творим. Стой. Мы ее просто бросили. Хватит. Не отставай, надо уходить. Мамочки. Надо идти дальше. Цель нейтрализована. Она подстрелила 2 моих ребят. Чу-чу-чу-чу. Вас понял. Ты ломаешь дверь, ты идешь со мной. Господи. Это... Тесс. Вот она. Да все, 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 валим, мелкая. Они вот-вот ворвутся. О, да ну, винтовка. Или дробовик. Ну я уважаю... И это винтовка, бля. Я обожаю винтовки в видеоиграх. Это прям мой фетиш, я не знаю. Я кайфую с этого оружия. И в Мафии второй. Вот везде, где есть винтовка, я вообще на кайфах. И что теперь? Джоэл! Вижу. Да все, все, все. Мы методом Джеки Чана. Наверное. Нет. Так. Ой, хорошо. Что за хрень? Держи! Перекрыть выходы! Прикрой меня, я иду. Бля! У нас потери! Откуда? Пиздец. Да, бля. Бля, аптечка.
Бля, аптечки не сделать. Ну пиздец, одним хп играем, парня. Перезарядочка. Так, все, идем, Элли. Да, иду. Фух, ну я не знаю, ребят. С таким хп делать тут нехуй. Хоть что-то найти. Ну дайте найти хоть какой-то бинтик. Хоть какую-нибудь аптечку. Ну что, реально, что же вы... Что же вы за нелюди такие? За мной, идем. Мне даже на прокачку не хватит какого-нибудь хп условного. Максимальное здоровье, нет, 20. Ой-ой. Бля, кажись, дальше что эти щекутуны будут. Джоэл, как отсюда выбраться? Так, для начала через этот холл. Пригнись, я не знаю, сколько их тут. Но. Ой-ой-ой. Мне пиздец. Наверное. Прием! На севере чисто, никого! Быть на местах! Мой любимый клиент! Так. Мать. Чья? Сукин сын. Ой, блядь, не, все, мне пизда. Черт. Пиздец, просто режим берсерка. Одно хп? Чё ж делать? Ладно. Слушайте, а вроде как и всех кокнули. Не? Не всех? Бля, там челиксы еще есть. Так. Там ХП было? Где? Тут вот? Я видел, что-то загоралось. То, что подобрал, это ХП, да это понятно. Сука. Угу.
живы. Ну давай. Покажись! Эй! Он здесь! Так. Ух ты ж! Маленький зомби. Так, ну нормально. Хорошо. Видимо, чутье. Но там один челикс остался. Вроде как. Угу. Похуй, гамбит Гридина. О, все хорошо. Так, ну все, вроде как все. Все челиксы обезврежены. Но ХП у нас нету ни хрена. После вот этих всех гамбитов. Джоэл, вот выход. Вижу. Не, ну сначала бы я залутал бы. Там пули у кого-то были. Хорошо. Или мы все залутали? Ну погнали. Забытое место. Метро. Бостонский муниципальный транспорт. Ой! За нами гонятся. Ебать! Это база. Там солдат ходит. Оставайтесь на месте. Ждите подкрепление. Аноним, здесь Рубин Гидрич. Почему вы аптечки не крафтите? Или это плейстайл? У меня нету... Я тебе не врала. Заметил? У меня ингредиентов просто нету. Никого. Я не видел. Прочешите район. Найдем и валим отсюда, пока щелкуны не приперлись. Так, ну все, надо чего просто поймать и въебнуть. Ох ты ж, блядь. Блин, их тут нет. Главное, чтобы не хватился своего друга. Тебе... Можно щелкудов позвать, и не солдат побьет, а это вот так вот сделать? Вижу! Блять!
Вот так вот, блядь, тебя. Тихо, тихо. Может, по-хорошему договоримся? Не-не-не-не-не-не-не-не. Я уже второй раз на это не поведусь. Гейммастера можно обмануть один раз, потому что он очень эмпатичен и доверчив к людям. Но второй раз гейммастера обмануть не получится. Потому что единожды предав... Ну, короче, не надо предавать. Нихуя. А фильтр не портится при таких действиях в реале? Я думаю, портится. Смотри-ка, еще работает. Эли, ты мне не даешь. Ага, спасибо. Твой контакт, парень по имени Фрэнк. Это мой торговый партнер внешней зоны. Ему нужно в КЗ Бостон. Встреч его у выхода в метро на Парк-стрит, прямо у Капитолия. Вот его карточка и бумаги для К3. Классно сделано, да? Осторожно, там внизу, мои люди видели много щелкунов и сталкеров. Где его черти носят? Уже 2 часа тут торчу, как идиот. А в тени вроде бы что-то двигалось. Такое чувство, что сталкеры вот-вот нападут. Ладно, даю еще 15 минут, а потом ухожу. Сталкер, значит. Только не оставляй меня. Там лестница. Может пригодиться. Так. Но взять ее не могу, да? Ладно. Только не оставляй меня тут. Блять, ну были же 5 таблеток. Бля, вот тут же прям, или я их взял уже? Бля, наверное, я их взял. Надеюсь, что я их взял. Рыба. Так, ну все. Тут мы умнее будем действовать. Не высовывайся. Вот, таблетки эти. Взяли. Хорошо. Так, ну теперь надо... Че, тут что-то искать или не тут? Но тут дальше прохода нету, только вот эта хуйня была. Так, ну видно не сюда нам. Видно нам не сюда. Что там внизу? Просто тупик. Бля, опять начались болота. О. Все, наконец-то.
Ну. Чего? Эли. Ладно, ладно. Осторожней. Спокойно. Но это не игра. Я вот что вам скажу, ребята. Это вообще не игра. Это как бы реально... кинцо, которое сделано в играх. На игровом движке. Да. То есть вся все механики, которые здесь есть, я не представляю, как они возможны в реальной игровой... Вот как вот местная стрельба... То есть она же вообще не конкурентна. Там какой-нибудь условный... я не буду уж говорить КС, да, там, понятное дело, идеальная стрельба. Но даже Call of Duty. Хотя там тоже стрельба на самом деле практически идеальная. Как бы боевка тоже. То есть это не боевка, это такая условная боевка. Ну как и God of War. Честно сказать. И, к слову, обе игры эксплуатируют эту тему с безотцовщиной. Слушай, насчет Тесс. Не знаю, что... Уговор будет такой. Ни слова про Тесс. Никогда. Мы с тобой вообще не обсуждаем прошлое. Второе. Ты никому не говоришь о своей особенности. Решат, что ты спятила или убьют. И ты будешь делать, что я скажу. И когда скажу. Ясно? Да. Повтори. Ты тут главный. То-то. К северу отсюда... есть город. Один человек там кое-чем не обязан. Может, найдет нам машину. Окей. Ну все, пошли. То есть, лично для меня, интерпретация этой истории в сериальном, в виде сериала более удачная, чем в виде игры. Нам туда. Вниз. То есть нет, все красиво сделано, там я не спорю, да, но как бы. Движем так быстрее. Ух ты. Что? Ничего, просто я раньше никогда такого не видела. Леса, что ли? Да. Не бывало в лесу. Тут классно. Блин, главное не в якутские леса не попасть. Вот там стрёмно. Она обратилась к нам, потому что сама бы не справилась. Может, ей уже лучше? Ха. Не хочу тебя расстраивать, но шансы выжить у твоих друзей с самого начала были невелики. Она сильнее, чем ты думаешь. Без разницы. Сомневаюсь, что смогу доставить тебя обратно в город живой. Так что пути назад нет, хотя меня это совсем не радует. Ух ты, привет. Привет. Ты увидел кого-то? О! А вот я не помню, в игре же там тоже Netflix момент или нет был, связанный с этим эпизодом. Как всегда. Причем сам эпизод охуенный-то так-то. Там вот, ну... Перелезем? Нет. Наверху колючка. Придется искать обход. Так, только... Ага.
Так, так. Не понял. Бля, а куда мне ее тащить-то? А, понял. Вот так вот. Вот так вот. Лучше. Вспоминаем уроки геометрии. Ну вообще, я бы, честно сказать, просто прил... А, ну ладно, нет, так не получится. Так. Подожди, подожди, подожди. Да нет, ну, ну что ты, блядь... Оно. Это ты, Билл? Где вы встречались? А? В третьей серии сериала. Тогда как? Ты здесь раньше не бывал. Я знаю, что он тут живет, но... Да, я здесь не бывал. Думаешь, он там, где дым? Будем надеяться. Что ж, тогда пошли, узнаем. Билл Косби, блин, ну, если пошли. Это... Билл Косби был бы по итогу. Это был бы самый крутой поворот в истории видеоигр. Нельзя, да, замок сломать? Ладно. Так, ну я уже слышу. Это урчание в животе у кого-то? Стой тут. Так. Но мне кажется, а бутылка также работает, что ли, по тому же принципу? Или она все-таки с одного удара разбивается? Сюда. Ты в порядке? Ой, блять, я уж подумал. Я учусь свистеть. О! Умеешь ты свистеть. Это похоже на свист? Это ты называешь свистом?
Вот это свист. Не забыть собрать больше таблеток, пытаться развод добыть патроны. До следующей встречи с Тесс всего 3 недели. Так, ну, мне кажется, кстати говоря, я могу здоровье наконец прокачать. Максимальное здоровье 50. Ох, еще 10 нужно. Так, ну мы отсюда... Все, нам тут делать-то и нехер, мне кажется. А, нет, стоп. А, да-да-да-да-да, нам просто дальше в ту дверь надо было. Нет, стоп, что-то опять, блядь, я запутался. Эта дверь нам не нужна. Нам нужна та дверь. Блядь, это один и тот же дом. Щит! Закрыто с другой стороны. Подсади меня. Плохая идея. Ну, а как иначе? Я-то тебя подсадить не могу. Ладно. Вставай. Только открой, и все. Ладно. Тише. Благодарю, у вас по общему гораздо больше общего, чем вы думаете. А я не отрицаю попробуем. Этого. Мне кажется, мы дальние родственники какие-то. Ну вот. Молодец. Спасибо. Милохин наш слон. Че, он победил в итоге, да? Допустим, твой приятель даст нам машину. А потом? Потом мы поедем к Томе. Это который твой брат? Гораздо важнее, что он был с цикадами. Знает, где их искать. А, ясно. Только он далеко, поэтому нам нужна машина. Ну-ка. Посмотри! Гномы! Да, гномы. У меня была с ними целая книжка. В детстве я их... А у меня кассета была «Белоснежка и семь гномов». Порно-пародия. Просто обожала. Я тоже любил. А феечек нет, они стрёмные. В лет 13-14 прям забалдел с этой кассеты. Нет, ее в 10 было интересно смотреть. Еще я помню, странное в той кассете было то, что волк... Там прям актер вообще не в костюме был, у него была просто серая футболка. И он такой, сейчас я тебя, бабушка, буду ебать. Или у меня «Красная шапочка» была пародия. Не, «Красная шапочка» это была. Но там были и гномы. Короче, странная срань. Забудьте то, о чем я вам говорил. Бля, у меня нету пароля. Федеральный агент принимает приказ о принудительной эвакуации. Явно дело рук Билла. А кто еще живет в городе? По-моему, он один. Спасибо. Можно по звуку открыть и без пароля, да? Ну, бля, там звук такой, конечно. Вот третью я забыл, какая там была. Помню, что-то типа 70.
Не, хуйня. Блять. Боже, Лёш, Лёш, и опять, я играл сегодня, Лёш, вот взлом, да, сейфов, Лёш, это просто что-то нереальное, я плакал, Лёш, когда это увидел, там можно прям на слух это услышать, ты понимаешь, то есть вот просто, да, обычно в играх ты просто это делаешь и все открываешь, Лёш, там реально слышно звук, когда нужная комбинация. Ладо, 100 рублей. Да, блядь, я, блядь, обосрал, блядь, я перданул, блядь, и обосрал свои эти шорты, нахуй. Пришлось мне их от говна немножко оттереть, блядь, и бросить стирку, нахуй. И потом еще жопу подмыть. Для эвакуации. А куда? А ты как думаешь? В карантинную зону. Кое-кого предупредили об эпидемии, пока было не поздно. Большинство нет. Жуть. Трудно, наверное. Так все бросить и уехать. Музыкальный магазин Маркиз. Бывает похуже. Бля, почему нет места? У меня типа максимум тряпок этих. Бля, и нету вообще жидкости никакой, чтобы аптечки себе намутить. Эти черты возражённые подорвались почти к самой церкви. Похоже, придется еще раз проверить все слабые места периметра. Ну-ка. Жаль. Нельзя. Ах ты. Обалдеть. Это еще что за фигня? Новый элемент игры. Это... Билл ловушек наставил. Твой друг параноик, да? Мягко говоря. Нафига он нам сдался? Он помогал нам заниматься контрабандой. Знает, где что достать. Осталось не взорваться на пути к нему. Просто смотри, куда идешь. Нужна целая заточка. Так. Порядок. Есть. О, наконец-то аптечку можем замутить. И максимальное здоровье повысить. Ой, балдеж. Стиль. Ой-ой-ой. Билл стреляет из лука? Наверняка. По сторонним вход воспрещен. Так, ну вот я помню на самом деле вот этот момент в игре, потому что я помню, я тут затупил просто пизда надолго в свое время. Я помню, что вот была эта лестница, и я нихуя не понимал, или я вообще типа не понимал, да, не понимал, куда ее поставить, что ли. На ту сторону. А вы в школе на турдурах делали заточку? Я не сидел в детской колонии, у нас вроде как всякие там скалки для тесто делались. О, смотри-ка. Отдай его мне. Я неплохо стреляю. Давай стрелять буду все-таки я. Я могла бы защищаться, прикрывать тебя. И не мечтай.
Все чисто, залезай. Угу. Сейчас будет загадка про доски. Ну, вроде как легко справляемся пока что. Теперь слушай. А стрелы же бесконечные, да? Не самый адекватный человек. Поэтому, когда мы его найдем, говорить буду я. Поняла? Поняла. Это очень важно, он не любит чужаков. Ладно. Билл нормальный мужик. Просто ему нужно время, чтобы к тебе привыкнуть. Вот и все. Но видно, идеально выстреленный не ломается в башню прям. Осторожнее, Эли. Все в порядке? Да чё ты? Нормально. Блин, видишь? Ни хрена себе. Офигенные штуки. Ну, как вариант. Найду что полезное. Найдешь мой труп, когда я помру от инфаркта. Не волнуйся, все под контролем. Все путем. Сука, не дай бог, блядь, что-то резкое на меня выпрыгнет. Вот так вот, нахуй! Господи! Сука, реакция! Штаны не наложила. Ну, раз уж мы здесь, давай осмотримся. Рэйчел, солдаты обходят дома и загоняют всех в автобусы. Кричат уже в соседнем доме, скоро придут за мной. Я пытался звонить, пытался ждать. Я не знаю, что делать, но времени уже нет. Я собрал почти все наши вещи. Будут ждать тебя в карантинной зоне. Постарайся меня найти. До скорой встречи. Эзра. Бля, видно, это Эзра был сам. Думаешь, они нашлись? А я откуда знаю? Я надеюсь, что да. Не, вот, мне кажется, Эзра. Не, ну локацию, конечно, мое почтение. Выдрочили каждую.
все расставили, все это. Но с другой стороны, Bethesda тоже. Все, валим отсюда. Ясно. Старается это делать. Да, не очень. Смотри под ноги. Чё? Решил не мучиться, парень? Так, видишь? Назад. Бля, гений! Просто вот то, что гениальный человек, я вообще не спорю, да. Но я его ненавижу. Но он гений. Смотри под ноги. Угу. Идем. Держись рядом. Ой-ой. Али, за мной. Так, я сейчас. Да чтоб тебя бил. Что случилось? Еще одна гребаная ловушка. Так. Вон холодильник! Это противовес! Сейчас. Пророк Сенбай. Ну, Элли! Тебе надо перерезать веревку! Спасибо, на ним заструли. Кать, слушай, а можешь еще чайку сделать? Джоэл? Режь! Вот и они. Занимайся веревкой! Элли, ты скоро? Я быстрее, не могу! Черт! Ой, блядь! Пиздец. Поднимайся, Элли! Элли, ты скоро? Я быстрее не могу! Не буду я ебать тебе мозги. Так, ладно, придется совместить два стиля. Пошло дело. Пошло дело. На, вот тут геймпад, геймпад, геймпад. Работает. Сейчас явятся. Сейчас. О. Все. Черт. Ты цела? Да. Продолжай. А, мы еще не закончили. Зараза. Давай. Не поддается. Быстрее. Валет его, ублюдок!
Скорее, они уже близко. Эй, я тут! Ну, у меня, кажется, бесконечные патроны. Это плюс. Так. Давай, чего растёшь? Ух ты ж, блядь! Господи, ты чё меня пугаешь? Ты меня что пугаешь? И кружку для чая. Мать твою! Назад! Назад! Куда? Так, мы... срежем тут! Нам сюда! Быстрее! Тебя! Да где этот ключ? Эй, сзади! И лай! Блять! Ладно, лучше ваншотнуться тут. Ил, давай! Ладно, еще раз пусть ваншотнут. Ой-ой-ой. Можно было вообще не тратить. Здесь опасно! Не поперли через дверь! Валим их! Другого пути нет! Эли, постой! Не лезь! Ну вот, почти пришли. За мной! Ой! Так. Блинский. Вы наш герой-спаситель. Я Элли. Эй, вы что? Джоэл! Билл! Ты спятил? Билл! Пусти! Быстро, на колени! Билл, успокойся. Я сказал, ладно. Встать на колени! Я не шучу. Я... Да остынь ты. Фокусы есть? Нет. Что-нибудь растет? Все нормально, отвали! Сиди и не дергайся. Стой! Ах ты, паскуда! Доволен? Я доволен. Вы заявились ко мне, разрядили все ловушки, чуть не сломали правую руку. Нахрена ты притащил эту соплячку? Не твое собачье дело, а ты кое-чем обязан Джоэлу. Может, снимешь с меня эту хрень? Я обязан Джоэлу. Это что, шутка? Перейдем к делу. Нужна тачка. Да, точно, шутка. Тачка им нужна. Да... Бля, вот это чисто, знаете, кто этот персонаж? Чисто Антон Власов. Даже если б и была у меня тачка, с чего бы мне ее отдавать? А? Валяй, Джоэл, найди и возьми. И последнюю жратву тоже прихвати. Ну тут от тебя точно не убудет. Послушай, засранка. Да пошел ты, старый хрен. Элли, сейчас же закрой рот. Ясно? Пусть я тебе и обязан, но не настолько же. Настолько, Билл, настолько. Все равно машины на ходу нет. Но в городе должна быть. Части, там только запчасти. Значит, из них можно собрать тачку. Ладно, я возьмусь за это. Но мне нужны детали. Так. Они в городе, вот здесь. Вы находите их, а я постараюсь собрать вам тачку. Тачку. Только после мы в расчете. По рукам. Все равно мы со дня на день сдохнем. Так, за мной. В городе до хрена ловушек. Так что не отставать. Вот радость-то.
Прекрати. Так, берите все, что может пригодиться в пути. Советую запастись по полной. Спасибо. Элли, посмотри, нет ли чего полезного. Ага, договорились. Ну, я уже вижу. Уже вижу. Полезные ништячки. О, шахматы. Приветствую, с вами Джоэл из Last of Us. А сейчас мы посмотрим увлекательнейшую игру в шахматы. Слышь, гроссмейстер, не вздумай трогать фигуры. Гросс кто? Не обращай внимания. Ну, все нашли? Мы готовы. Глава 4. Повышение надежности ножей. Заточка позволяет уменьшить усилие прилагаемого. Ага. Так я же взял там какую-то хуйню по типу алкашки, нет? Почему я не могу сделать аптечку? Там же была... Нет? Или я неправильно понял? Она была неполная, понял. Понял. Все, Эли, пошли. Не оставляй дверь открытой. Ладно. Нужно перебраться в то здание. Давай, по лестнице. Только не отставай. За это никогда Серега, разбана Серега, не будет. Привет, планируешь ли в будущем постримить игры а-ля Dark Pictures или в Акваре? Хорошего стрима. Да не, я вообще не фанат кинца. Же я позволил втянуть себя в эту хрень. Нужно было их просто... Но есть одна идея для кинца, которую я хочу постримить, но озвучивать не буду. Он правда какой-то странный. Можно я посмотрю? Там нет ничего нужного. Давай. Я видел группу охотников, опасные близости от города. Спасибо. К счастью, зараженные их отогнали. Не забыть поставить больше предупреждающих знаков. Пусть знают, что у нас все серьезно. А что ты на этот раз влип? И где ты? Подрядился кое-что доставить. Что доставляешь? Эту соплячку. Да пошел ты. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Нахрена мы с ним связались? Куда мы идем, Билл? Другое убежище. Там склад оружия. А мы не хотели чинить? И ты чинить собрал? Билл, слушай. Подожди. Я же сказал, детали в другой части города. Мы что, не? Я никогда не хожу, потому что там зараженные. Нужно оружие. Тише. Один внутри. Я давно собирался с этим разобраться. Не бойся. Ты так и не ответил, куда подевалась Тесс. Я думал, вы с ней не разлей вода. Она занята. Ну да, занята. А мне-то... Кажется... Что вы, голубки, того? Может и так. Ну, теперь сюда. Слушай, а почему бы не починить эти машины? Ты юный гений? И как это я не догадался, что можно починить эти машины? Да ладно, не говнись. Шины прогнили, аккумуляторы сдохли. Все сказал. А что там творится под капотом, даже думать страшно. Аккумуляторы сейчас делают только военные. Начинается. Ну, понеслась. Нет!
Давай, Билл, я не буду тратить поле. Давай сам. Пиздец! Моя экономия стоила мне жизни. Блять, я в ловушке! Билл, стреляй! Да ты рофлишь, что ли? Билл, стреляй! Пиздец, ну ты жадина. Ну ладно, еще раз проверь баррикады. Упустишь малейшую хрень, потом будешь расплачиваться. Ты все понимаешь. Нужно взять все припасы. Кать, открывай! Со склада. Да, и оттащить теперь восточные он говорит изгороди. Сам собой. Снова. Да. Потом ты. Билл, ну и местечко ты себе выбрал. Ну, эти твари, конечно, мерзкие, но от них знаешь, чего ждать. Обычные люди куда страшнее. Потому что он самый страшный зверь понимать. На планете — человек. Сложно. Думаешь, не откроют? Ну, ключа у них нет. Так. Куда нам? Пришли. Нам в погреб. Теперь сюда. Ну, пришли. Чтоб ничего не трогало. А ты дверь закрой. Выбирай. Не-а. Но мне пушка нужна. Еще чего. Джоэл, я умею стрелять. Нет. Все. Стой здесь. Слушайте, а в сериале... Буду просто ждать, пока... Линия Элли, она уже из второго, так сказать, из второй игры или нет? Пока меня убьют. Сдается мне, это худшая работа, за какую ты брался. Ха. Есть такое. И как же ты сдала себя на это уговорить? Это ее идея. Правда? Значит, баба не так умна, как мне казалось. Из первой? Я в первой не помню... У Элли вот этой штуки, это же во второй части, да, было только. Ну, хер с ней. Отведи ты эту девку туда, откуда взял. Ее нельзя отвезти назад. Тогда брось, пусть сама добирается. Расскажу тебе историю. Жил-был человек, о котором я заботился. Мы смотрели третью серию, мы помним. Типа партнер. И я носил... Слушайте, а тут, получается, был задел на эту штуку, да? Ты с ним. Но в нашей жизни это все ведет к одному. К могиле. Что я сделал? Да просто поумнел. И научился думать о себе. Билл, это все не так. Хрен там. Все так и есть. Эй! Что я тебе сказал на лестнице? Что сказал? Да я тут просто стопку поправила. Не смей трогать! Засранка. Помяни мое слово. Будешь с ней нянчиться, это выйдет Билл, тебе боком. Давай просто закончим это дело. Держи. Давай закончим. Так, сначала я хочу тебе кое-что показать. Что это? Моя новая игрушка. Это... Так. Бомба с гвоздями. Осторожно, с ней шутки плохи. Если рванет, то разнесет в клочья все вокруг. Угу. Дробовики и бомбы у нас есть, только нахрена они? Время от времени через город проезжают военные.
ищут припасы и снаряжение, но не видят даже того, что под носом. Короче, несколько месяцев назад они тут проезжали, и на них напала толпа зараженных. Набросились на грузовик. Он врезался в стену школы. Аккумулятор еще там. Значит, берем батарею и ставим в машину. Бинго! Я хотел его добыть, но там слишком много зараженных. Ну да к черту. Джоэлу нужна тачка. А если она дохлая? Эта машина как танк. Аккумулятор жив. Может и получится. Дробовик появился у меня. Так, ну я тебе, кстати говоря, вот этим чаще такое чувство стал пользоваться. Ну, вот перезарядка здесь проблематичная. Скорострельность плюс 15%. Ну не, скорострельность, в принципе, тут точно не нужный грейд. Так, охотничья винтовка, ну-ка. Пули из оружия пробивают броню. Вот это, блять, этой штуки нету, жаль. А, тут только какие-то плоскогубцы нужны. А я могу их как-то сделать или нет? Ты прокачивал револьвер? Не прокачивал. Револьвер. Я прокачивал 9-миллиметровый. А, не, не прокачивал. Так, ну магазин. Тема. Полутай комнату, там есть плоскогубцы. Так, ну и перезарядка. По-любому. Не знаю, ребят, что слетели апгрейды. Хер знает. Вот, отлично. А, вот оно. Но я не знаю, мне пока что не хочется тратить эти плоскогубцы на те грейды, что имеются. Они все какие-то так себе. Я бы оставил их лучше реально на грейд винтовки, которая пробивает броню. Это тема. Шотать и этих. Ну, соплячка, если что-то пропало... Да не нужно мне твое барахло. Расслабься. Джоэл, ты за ней следишь вообще? Слежу, слежу. О! Так это церковь. Ух ты. Неплохо устроился. Если хочешь исповедаться, то самое время. Ну что, вперед и с песней. А, так понял. Это дальше игра идет? Это тебе не исповедание. Я тут сплю. Не буду я ничего трогать. Успокойся. А он в книге... Он в Сереке тоже спал в храме? Бегуны взорвали почти все бомбы. Пора ставить новые. Не забудь отметить на карте, где они стоят. В Сереке у него вроде дом был как бы такой неплохой довольно-таки. И он был достаточно педантичен. То есть, вроде как он был супер эстетом, супер аккуратным. Или наоборот, как он встретил своего, так скажем, партнера, стал таким. А, мы туда придем, все, я понял. Никита, инструменты многоразово не исчезают. Вот. Школа там. Так. Готовы? Сейчас узнаем. Вот, блин. Пошли. Тебе не стоит на это смотреть. О, шашлычки. Бля, слушайте. Не такое видала. Я бы жду шашлычного сезона. За этими воротами я еще не бывал. Я понял. Ого,
Вы это слышали? Ни звука. Я понял, что здесь можно пройти по уму. Типа вот так вот. Бля, не, это не по-умному получилось. План есть. Погнали. Так. Гамбит Гридина сработал или нет? Ну, все, Гамбит Гридина сработал. А кто пиздел, что не сработает? Я же сказал, сработает. Вот опять. Зажми shift, кидай бутылки и камни в противоположную от себя сторону. Так пройдешь вообще без потерь патронов, тупо с ножом. Пук-пук-пук, пук-пук-пук, пук-пук-пук. Я просто как гига. Всех скопил вокруг себя, бомбочку кинул под себя. Убежал и все, всех завалил. Потратил две пули на все про все. Ненавижу такое. Блин. Чуть-чуть сик отклоняя, не услышат тебя. А кто вам сказал, что я не хочу, чтобы они меня услышали? План-то как раз-таки другой. Пророк Сенбай. Американский импад с рублями. У меня такое ощущение, что на этом канале постоянно стримит Уве. Бля, надеюсь, не такой говёный, как фильм про Уве. Последний был, да я уж понял. Хорошо, я просто ради эксперимента хочу одну хуйню проверить.
Ну ладно, тема рабочая, еще раз пробуем. Тема рабочая. Мне кажется, прохнет. Вроде все. Отлично. Нормально. Мария, 300 рублей. Кузьма, правда ли, что до сих пор живешь? Сенек, за тот клип 2016 Юра на стриме рассказывал. Еще не прошли. Без негатива. Не, клип про кабана мне принес не так много денег, поэтому, ребят... Поэтому нет. Только, знаете, такое чувство, их было гораздо меньше, если ты сразу нет, всю локу пробегаешь. Советую не шуметь. Тише, тише. Гребаная рожа. Бил красавчик. Где? Так. Ну чё, все у тебя? Гости твои закончились? Не, нихуя не могу понять, где он. Бля, где? Так вот. Все супер. Оно не оно.
Щекутуна, Щелкуна только заточкой. Типа даже если на картах, все равно надо стих еле-еле отклонять. Я, честно сказать, не понимаю, а что, это не Щелкун был сейчас? Выглядел как Щелкун, по-моему. И звучал как Щелкун. Сюда. Бля, точно сюда? С той стороны привязано. Может, тут пролезем? Собачья дверца? Никита, считай, что нижний интернет деградировал. Нижний интернет переживает тяжелый кризис. Так, ладно. Я понял. Егор, здравствуй. Как у тебя прошел твой стрим в честь двухлетия стримерской деятельности? Только очень осторожно. Ладно. Зря ты не дал ей пушку. Я тебя понял. Внутри дома тоже есть щелкуны. А, черт. Нас пока не заметили. Прыгнись. Тише. Ну-ка, стоп. Ситуации с Джоэла с Геральтом из-за озвучки Кузнецова. Вообще такое чувство, что весь каст озвучки третьего Ведьмака озвучивал эту игру. Так, ну вот этого просто кирпичом можно забить. К слову, с мышки не удобнее стрелять, чем с геймпада. Конкретно со стрелами. Неудобно сделано. Для меня лично. Ну давай. Вот так вот. Бля, ну сблизи, прям в башню. Нормально. Вот только сблизи эта хуйня рабочая. У меня лично.
залезайте. Надо перебраться через фургон. Там дальше чисто. Живее, живее. Сейчас я залутаю домик, и дальше переберемся туда, куда нужно. Наконец-то не дота, прямо игра радует глаз. Как же давно ждал шедевр от Сонечки у тебя на канале. Целую, люблю, Крата, стоп. Да. 10 из 10. Лёш, это 10 из 10. 10 из 10. Блять. Я уже, блядь, начинаю теряться. Был я в этом доме, не был я в этом доме. Вроде не был. Вроде никого. Все нормально, пошли. Аним сравнение. Недавно переснял легендарный пятичасовой поединок в Ведьмаке 2. Что-то на уровне стримов по GTA Бессмертия, а может даже и выше. Да, тот стрим был очень тяжелый. Я еще помню в том тот стрим, это когда был день, я наладил режим и вроде как нормально ложился спать. И я вот думал тот стрим, вот бы пораньше сейчас лягу и заебись все. Школу закрыли насовсем, хоть какая-то польза от этой эпидемии, хватит с меня уроков, домашних заданий. 5 октября. Мама с папой ссорятся. Не знаю, как им это удается, но они кричат друг на друга шепотом. Мама хочет уехать к сестре, папа говорит, что здесь безопаснее, что эпидемия сюда не доберется. 6 октября. Папа ругал меня за то, что я слушал радио, мол, в новостях сплошное вранье. Мама с ним согласилась и сделала храброе лицо, но я все равно вижу, что она боится, и папа боится. 7 октября. Похоже, папа расстроился из-за вчерашнего, он даже не ругался, что гаджет спал в моей постели. Зашел, погладил гаджета, вздохнул и вышел. Я никогда его таким не видел. 10 октября. Папа всю ночь успокаивал маму, тетя Карен умерла. Я так расслышал. За завтраком они молчали и делали вид, что ничего не случилось, я им подыграл. 15 октября. К папе подошел офицер Джонс, они о чем-то шептались, сейчас вот только делают, что шепчутся. Потом папа сказал, что мы уедем из города в новый дом, что военные нас будут защищать и что я могу взять с собой только одну сумку. Мама в ужасе. 16 октября. Там, куда мы едем, с собаками нельзя. Мы отвезли гаджета на окраину города. Я снял с него ошейник и отпустил. На обратном пути папа твердил, что с ним будет все в порядке. Звериные инстинкты помогут ему выжить. Как же. 17 октября. Пора ехать. Папа говорит, что мы скоро вернемся. Врет он все. Можно тебя отвлечь на секунду? Ну. Пророк Сенбай. Да. Мне очень жаль, что так получилось. Я Тесс. Все. И на этом тема закрыта. Элли, за меня не переживай. Надо найти Билла. О! Ясно. Бля, мне кажется, вот такой был идиотский фильм про какого-то верблюда. Ой, про какого-то кенгуру. Я не помню, как назывался этот фильм, но он был идиотским. Аноним, 100 рублей. Добрый вечер. Нужно ли как-то купить или получить карту из сезона Майнкрафта по СССР? Хочется побегать, почитать все книжки. А как третий сезон откроется, там будет доступна возможность походить по серверу. Что бы ты делал в такой вселенной? Дима, я уже отвечал в начале стрима, что бы я делал. Тебя, видимо, не было, но я говорил, как я буду действовать. Так, стоп. Совет. Откройте, ну, это я помню, да-да-да. Что я говорил? Вон грузовик торчит из стены школы. Пошли. Я думаю, что мы уже завтра это поделаем. Завтра посмотрим, как будет все это дело протекать. Всем спасибо. Всем пока, не прощаюсь.